когда у вас будет проблема с лобовым стеклом, это буду я. Друзья, всем привет. Серега, Кривбасаунд. Собираем лютые тачки в Кривбасе и не только. Сейчас собрали очередной проект Deolanos нашему близкому товарищу Александру. Пробежимся по системе, а потом поедем повалим. Ребятки, под капотом у нас генератор Valeo 180. Это мотор ланосовский, стандартный 1.5. Valeo 180 залетел на ура. Дубляжи, протяжечки 50 квадратов, все как положено. Поехали дальше по питанию. По питанию у нас получается под капотом кислота, да. Здесь с каждой стороны по соточке АГМ-ки, Nordstar красные. В багажнике у нас дистрибьюторы. И все так разведено, фальш такой аккуратненький. По басухе у нас стоит Apollo. 5-киловаттник, подключен в 0.5 на 2 пятнахи FSD, FSD Profi 1700 Watt. На фронт у нас стоит Pride 1500 на 2, на каждую дверь 2 Ома подключен. В дверях у нас лютые даймонды 20-е, вот так вот. 6 пар 20-ок. Пищалочек, друзья, пока нету. Скоро поставим, еще не дошли руки, как говорится. Еще не, ну, уже определились, но скоро установим. Даймонды 20-е, головное устройство Alpine 92-й, процессорный. Здесь у нас тоже соточка, как и с той стороны, студийный логотип Кривбасаунд. Друзья, сабы недорогие, но довольно-таки валят. Первая цифра у нас была, первый запуск, только собрали, вот как есть, 152,7. Частоту не помню, по-моему, на 42. Ну, валит люто, ветрено, людишки все в шоке. Ну, отовсюду выгоняют. Ну, мы культурно стараемся никого не беспокоить. В ближайшее время будет установлен литий титанат сюда. И так как он любитель прайда, наверное, или две пятнашки будут тэшки, или две эски пятнашки. В общем, друзья, Кривбасаунд. Следите и не отключайтесь, у нас лютые проекты. И мы очень круто собираем тачки, не стыдно выехать, показать это все дело на соревнованиях, показать людям. Вот так вот это все собрано, все в Рапторе. Ну, красота. Тут пока у нас на скотче будут хомуты, это только-только собрали. И одно место здесь будет Quattro XL на пищалочке стоять. Ну а так что, пушка. Пушка. Сейчас поедем, друзья, повалим, повеселим народ, поспрашиваем, что люди думают по этому поводу. Пакетики, прайдовские, взял пакетики, короче, сейчас немного хейт-трики будем запускать. Здравствуйте! Здравствуйте! Что вы думаете по поводу нашего автомобиля и этой музыки? Валит нормально, думаю. Нормально, да, или да. Охуенно? Охуенно.
сайте по этому поводу. Это супер. Ребята, это классно. Удивлю. Можете подойти, посмотреть, послушать. Друзья, это очень лютый Вита, у нас в лото разъебывает, короче. Короче, друзья, снимали видосик, подъехал Ладос, это очень громкий Вита. Наверное, я думаю, следующий обзор будет именно на эту тачку. Тут 4 двенашки Кикстарнадо, 6 пар двадцаток. Короче, тут моща, друзья. Ладос, ты Санька Лана слушал? Нет, поехали, не пошли, оценишь. Давай. Пойдем. Друзья, Санек это хозяин Ланоса. Это очень-очень серьезный жесткий тип, который ну реально валит, пацан. Ладос, садись, оценишь, скажешь, как тебе. Я в шоке с двух этажек, просто лицо вот так ходуном ходит. Короче, реально, пацаны, тачка валит. Я думаю, сейчас еще поедем куда-то повалим. Да, реально, очень круто. Давай, Владос, следующий обзор сделаем на твою тачку. Да, надо. Что ты скажешь? Блин, да, это... Чтобы подписчики видели, фасад разъебывает. Не, реально, Ланус очень жестко валит. Тут именно с маленькой такой тачечки именно так классно сделали, что... У меня даже 4 кикса, мне кажется, не так валят. Ну, у тебя объем салона другой. Да. В общем, снимем обзор на ту тачку следующий. И покажем подписчикам, какие у нас машины в команде, в клубе. Так у конца не Поехали. Погнали. На кукан посадим! Ты же снимал? Да. Нахуя? Rappers, 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 rappers
влияет на рабочих людей, которые вот здесь работают. Это не я одна. Вы просто заебали. Я лично, дословно, можете это выставить в интернет. Выпью вам лобовое стекло. Предупреждаю. На вашу вот эту скорую. Слушай, ну, блядь, послушали 5 минут. 5 минут. И уже качели начали. Ну, я не знаю, как это воспринимают люди. Вон услышал. Пиздец просто, блядь. А знаешь, в чем кайф? Чем? Потому что это не наша тачка. Ну нормально, все. Саня. Братан. Мы валим, люди с маршруток смотрят на нас. Это автозвук, да, он такой. Обзорчик наваливать уже не будем. Не надо. Чтобы не у вас вопросов не было. У вас работает сигнализация. Это... Да понятно, понятно. Вы же мусором, я не буду вас брать. Да понятно. Не включи. Да нет, то он меня ждет, хочет снять. А потом спрашивает. Да понятно. А зачем? А за что? А кто спросит меня, а вы подходили бы тут компания. У вас все увидят. Вот так и видят, да. Мы же тут плохого ничего не сделаем. Нет, так и не надо. Короче, включать. Больше не будем включать. Все. Хорошо. Все. В основном был один позитив, но было немного негатива, да? Ты сейчас снимаешь? Да. Сейчас. Ребятки, в общем, мы очень... Баса, прикрути чуть-чуть. Ребятки, мы очень круто провели время сегодня. Покатались, повалились, сняли обзорчик, встретили много знакомых. В основном
встречали один позитив от людей, но было немного и негатива. Я не знаю, почему они это так воспринимают. В принципе, сильно в одном месте нигде не валили. Буквально там немножко. Ну, вот как-то так. В общем, друзья, мы для вас будем снимать все больше и больше видосиков. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчики. А мы будем делать для вас вещи, друзья. Кривбасаунд.